Привет, мой друг, я тебе рад. Смотри вокруг, столько ждет чудес. О них узнать настала пора, и руку я протяну тебе. Я очень рад, мой добрый друг. Привет, привет, снова говорю. Доброе утро! И нас никто не разлучит. Пройдем мы вместе целый мир. Мой важный гость, почаще приходи. Так много приключений. Котик и панда. Друг издалека. Ребята, подождите меня! Ребята, подождите! Эй, привет! Привет! Кто ты? Панда Хо-Хо. Меня зовут Кротик. Я очень рад нашей встрече. Так, ты прибыл из города Сынчуань? Наверное, ты любишь чай, да? Прошу. Угощайся супом. У тебя прекрасный дом. Я тоже люблю путешествовать. Вот было бы здорово однажды побывать у тебя в гостях. Спасибо. Ого! Моя панда! Куда же пропала моя панда? А?
Держи. Спасибо, что отыскал мою панду. Спасибо. Пока. Поехали! Хо-хо! Хо-хо! Где же этот кротик? О, кротик пропал. Это телевизор. Он не мог оттуда вылезти и сбежать. О! А? О! Хо-хо, я тебя нашел. О! Кротик выбрался из телевизора. Что? 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 Где он? Где он? Ой! Ау! Как ты выбрался из телевизора? Выбрался? Я прибыл из Чешской Республики, чтобы найти тебя. О, меня? Вот здорово! Хотя я и не знаю, зачем ты искал меня. Добро пожаловать! Наконец-то я тебя нашел! Хо-хо! Да! Я так рад тебя видеть! Что происходит? О, чешский пирог! Это тебе. Он привез пирог. Это мой дом, Чешская Республика. Стоп! Почему тут два крота? Это шутка! Он правда вылез из телевизора! Я дошла!
и было. И вот я прибыл в Китай. И в конце концов нашел тебя. Хо-хо. Оставайся и живи тут, чешский друг. С этого дня Крот из Чешской Республики стал жить в Китае. Он очень подружился с пандой и остальными животными. Их приключения только начинаются. Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Вместе с тобою чудо откроем, будем встречать закат. За руку будем мы с тобой шагать. Вместе по лесу, вместе по полю, там, где мечты кружат.